Моррис, оставайся здесь и прикрывай нас. Черт, я сегодня все пропускаю. Молодцы, ребята! Мы справились! Штаб, это лейтенант Восс. Орудие у нас под контролем. Каннибал вышел на геостационарную орбиту и начинает снижение. Сэр, здесь закрыто. Как нам попасть на посадочную площадку? Да, верно. Кейн, прыгай в кресло. Попробуем выбить вон те ворота. Внимание всем отрядам! Нужно зачистить посадочную площадку для приземления Ганнибала. Роудс, прием! Есть, сэр! Роудс, немедленно сюда, ты мне нужен! Уже иду, сэр! Слэдж, ты со мной! Кейн, бегом к посадочной площадке! Удачи!
знаю свою работу! Вперед! Бежим к посадочной площадке! Сколько времени мы уже на это угрохали? 18 часов. Вот черт, деловые батареи! Начальник смены Хаммон, немедленно пройдите во всех... Главный контроллер сервоприводов! Работает! Система навигации! В норме! Вот так. Чуть левее. Назад. Бригада назад. Сварщиков. И пройдите в оружие. Да. И в чем проблема? Тыловые щиты не включаются. Проверь главный излучатель. Так, приятель, пора поубивать на тебе заразу. Начинаю подачу трихлорида и сектазина. Камера заполнена.
заряженный зон должна быть на ходу через 4 часа. Дезинфекция завершена. Строгов прихлопнули. А так все тихо, как на кладбище. Надеюсь, так и дальше пойдет. Рядовой Марк Лоренци, пройдите в медицинский отсек 3. Простите, сэр, у вас нет допуска в этот отсек. Говорят, механики готовят 4 грузовика. И что это значит? Не знаю. Но судя по количеству машин, что-то серьезное. А! Черт! Я же предупреждал! Здесь все пора менять! Еще бы! На этом корабле мой дедушка служил. Это заметно. Ладно, подлатаем старичка. Значит, Макрон убит? Тому, кто его прикончил, нужно дать медаль и несколько лет отпуска. Вы Мэтью Кейн, да? Да ну! Я видел, как вас привезли с орбитальной станции Армстронг. У вас все лицо было искорежено. Кейна придумали, чтобы пугать новобранцев. В районе Нет, это правда он. Продолжаются восстановительные работы после метеоритной бури. Температура воздуха составляет около 200 градусов Цельсия. Лейтенант Восс, пройдите в 8-й зал для инструктажа. Только что сообщили. Нас отправляют на огневой рубеж. Так что мне нужно? Уже начинается масштабное наступление. Механики готовят к бою все шагоходы. У меня какое-то дурное предчувствие. Да у тебя постоянно это предчувствие. Парень, я лучше знаю, что можно, а чего нельзя. Идентифицировать тело. Этот боец считался погибшим после вторжения. Не получится, Строгов. Джейкобсон. Экзоскелет из армированного трибиния. Ерунда. Эти пилы разрезают броню наших солдат. Значит, и с этим справятся. Похоже, процедура вживления надо очень болезненна. Надо просто посильнее нажать. Жизнь пациента поддерживали при помощи стероидов. О, да. Интересно. А он точно не здесь. Лейтенант Пирс уверял меня в этом. И не здесь. Помните, что случилось утром? Его тоже считали мертвым. Разумеется, помню. Церемония прощания с полковником Уэстмором состоится в 8:00. Головной мозг практически атрофирован. Данное существо уже не способно самостоятельно мыслить. У основания черепа встроен передатчик. По-видимому, действиями киборга управляли извне. Некоторое время после операции пациент еще осознает свои действия, но уже не может их контролировать. Ужасно. Ничего не вижу. А сейчас? Нет, всего 54%. А теперь? 74. Так, а теперь? Теперь 83. Хотя бы больше 90. Зато у НП-6 и НП-7 есть компенсаторы. Я знаю, но ты почитай инструкции. У СК-1000 есть еще и дополнительные конвертеры. Какие конверторы? Redcliffe 12. Рабочий ток 25 миллиампер. 25 это слишком мало. Немедленно пройдите к шагоходам на валу 2. Для новых разветвителей, конечно, мало, но они абсолютно нестабильны. Ошибаешься. За индукционными разветвителями будущее. Ерунда. Дискретные разветвители были, есть и будут. Капрал Кейн, остальные бойцы вашего отряда уже на месте. Проходите.
Кейн вернулся. Ты чего? Кейн нормальный парень. Садитесь. Отряд «Носорог». Все, что вы сейчас услышите, совершенно секретно. Обсуждать эту информацию с кем-либо запрещено. Гибель Макрона оказалась для нас очень своевременной. Мы собираемся развить наступление. Для этого мы спланировали следующую операцию. Лейтенант Восс, вам слово. Разведка выяснила, что у Строгов есть глобальная система связи — Nexus. Через него командиры передают приказы бойцам. Nexus координирует силы Строгов и поэтому является их ахиллесовой пятой. Джентльмены, мы собираемся атаковать центр связи с Нексусом. Наш отряд должен доставить электромагнитную бомбу на нижний этаж здания. Как только мы окажемся на месте, мы взорвем бомбу. Электромагнитный импульс уничтожит устройство под названием «Тетраузел». Войска Строгов потеряют связь с командованием. Чтобы гарантировать успешный исход операции, к месту назначения отправятся еще 3 таких же конвоя. Их позывные — «Война», «Голод» и «Чума». Значит, мы — смерть. Да, мы — смерть. Вопросы есть? Конвой скоро отправляется. Позаботьтесь о своем снаряжении. Разойтись! Рядовой Марк Лоренци, пройдите в медицинский отсек 3. Одной рукой держит раненого на плече, другой стреляет из автомата и при этом еще приказы выкрикивает. В каком он был отряде? Не помню. Они охраняли какой-то дико важный компьютер. Лейтенант Восс, пройдите в 8-й зал для инструктажа. Конвой Чума, проверка связи. Конвой Чума, вас понял. Переключитесь на частоту 461. Вас понял. Переключаюсь на 461. Я разведчик на особом задании. Ваша личность установлена. Прием. Передайте... Эй, солдат! Держи! Это увеличенный магазин для автомата. Вас понял. Конец связи. Кто вы? У меня нет сигнала от вашего медчипа. Капрал Томас Альварес, мой чип поврежден. Но он должен быть рядом с сердцем. Я знаю, я держу его в руках. Панель 24А, плазменное кольцо включено. Свяжитесь со службой жизнеобеспечения. У них проблемы с устройством очистки. Вас понял, конец связи. Церемония прощания с полковником Уэстмором состоится в 8:00. Капрал Кейн, вас ждет конвой. Спускайтесь. Полковнику нужно, чтобы все работало к 13:00. Но, сэр, мне еще нужно настроить преобразователь и заменить маршрутизатор. Меня это не волнует. Все должно быть сделано ровно к часу. Но... Это приказ. Есть, сэр. Начальник смены Хэнс, позвоните по номеру 232. Начальник смены Хэнс, позвоните по номеру 232.
выстрел 8. Совершаю облет местности. Пока все чисто. Черт, успеть бы убраться от этой бомбы. Чего же ты боишься? Она же электронная. Нам-то она не повредит, но вся электроника сгорит синим пламенем. Поторопись, сержант Бидуэлл не любит ждать. Ну что, Кейн, готов спасти человечество? Не каждый день выпадает такой шанс, а? Ганнибал, это конвой смерть, как слышите? Так точно, конвой смерть. Переключаюсь на частоту 5-1-2. Вас понял. Частота 5-1-2. Кейн, почему так долго? Босс тебя уже ждет. Прыгай на тот грузовик, тебя отвезу. Кейн, надеюсь, ты хорошо стреляешь? У нас впереди горячая точка. Кейн, это Восс. Разведка докладывает, что Восс...
Нам эту войну не выиграть, у меня предчувствие. Не смей так говорить! Эй, ты же слышал последнюю сводку. Сам знаешь, насколько все плохо. Ничего я не знаю. Извини, мне нет. Я молча выполняю свой долг. И тебе тоже советую. Капрал Кейс, лейтенант Босс приказал вам взять гвоздемет. Напичкайте железом этих гадов. Проводят над пленными жуткие эксперименты. Они удаляют у людей разные органы и смотрят, сколько времени без них можно прожить. Кейн, ты еще жив? Невероятно! Беги к пульту управления! Тебя ждет лейтенант Восс! Ты из отряда «Носорог»? Говорят, вы крутые! Но это правда, что отряд «Носорог»? Отбил Остин от строгов во время вторжения на Землю. Держись. Врач скоро будет. Врача сюда. Здесь раненый. Родригес, Сингер, идите к двери, нужно кое-что проверить. Вас понял. С возвращением, Кейн. Штраус, доложите обстановку. Я могу открыть почти все двери в здании, но пульт управления лазерами отсюда недоступен. И я не могу открыть дверь, которая к нему ведет. Поэтому нам нужна твоя помощь, Кейн. На нижнем уровне остался отряд гадюка. Они не могут выехать. Освободи их и приведи сюда их инженера, чтобы он вскрыл эту дверь. Удачи! Yeah!
вам сюда. У нас гости! Кейн, вон тот пульт управляет лазерами. Доберись до него и отключи их. Смотреть в оба! Следите за потолком. У кого сканер? Секунду. На сканере ничего, они ушли. Конвой «Война», прием. «Война», выходите на...